Инфекционное заболевание подвергло Америку в хаос всего за 5 дней, и с чрезвычайной ситуацией предстоит справляться дивизии. Со мной на сцене Райан Бернард, разработчик игры Division. Привет. Вы хотели показать нам сегодня геймплей? Именно. Итак, Division — это отрядный кооператив. Да. О каком количестве игроков идет речь? Группа состоит из 4 человек, плюс дрон-помощник. Это наш групповой инструмент в игре. Ясно. Скоро мы начнем прохождение миссии, а пока расскажи нам о предыстории игры. Повсюду царит разруха, мы видели опустошенный Нью-Йорк. Это постапокалиптический сеттинг? Мы боремся за выживание или за контроль? Нет, для нас важно показать, что это разгар кризиса. Это не постапокалипсис. События случаются за пару недель до того, как вы вступаете в игру и включаетесь в сюжет. Ясно. Мы видим наш демонстрационный уровень. Выглядит превосходно. Нью-Йорк будет открыт, так? Да, мир Нью-Йорка открыт, и в Division важен ваш выбор. Открыв карту города, мы видим, сколько есть всевозможных занятий в округе. Отсюда можно решить, куда отправиться. Интерфейс очень крутой. Да, у нас очень крутая команда по интерфейсу. Итак, мы получаем пункт назначения, получаем указатель и выдвигаемся. Расскажи, в чем заключается наша текущая миссия. Мы помогаем Меган отбить ее базу в этом районе. Попутно мы покажем один из важных гаджетов игрока под названием Echo. Это трехмерные реконструкции происходящего на основе цифровых устройств в окружающем мире, камер, сотовых телефонов и прочего. Из этих данных можно получать задания, пояснения по сюжету и подсказки об обитателях этой области. Это все раскрывается по мере прохождения истории? Именно. Здорово. Такой вопрос. Могут ли другие игроки использовать эхо, и вообще, одинаковы ли способности у игроков? Да, здесь присутствует RPG-элемент прокачки, и эхо можно улучшать, как и другие способности, но если один игрок использует эхо, реконструкцию увидят все. Есть ли отдельные классы персонажей с разными способностями? Нет, мы предпочитаем бесклассовый вариант RPG. Вы сами определяете, какую роль вы хотите отыграть — агрессора, поддержки или прикрытия. Поэтому вы на ходу можете менять навыки, арсенал и свою роль, даже во время боя. Итак, здесь вы видите, что Бронсон будет ставить оглушающую ловушку, рассчитанную на одного из врагов. С другими двумя мы разберемся сами. С кем мы здесь имеем дело? Против кого идет борьба? Это какие-то бунтовщики или террористы? В игре есть несколько фракций. Мы хотели, чтобы они воплощали Нью-Йорк. В Нью-Йорке есть банды, терроризирующие обычных граждан, и сейчас перед нами эти обычные бандиты. В нашем другом ролике, кинематографичном, мы представили другую фракцию — чистильщики. Их можно увидеть на нашем стенде. Сейчас во время перестрелки, что мы можем сделать, чтобы помочь отряду? В основе боевой системы лежат укрытия, поэтому выбор правильной позиции — это одна из важнейших вещей. В данном случае первый игрок использует SMG, поэтому ему нужны средние дистанции, подходящее оружие. Кроме того, нужно подобрать соответствующие способности. Для него это светлячок, ослепляющий врагов, а также усовершенствованный вариант сканирующей мины из прошлогоднего видео, который будет показан далее.
Так устроены способности. Вы открываете базовые навыки, а потом модифицируете их, меняя до неузнаваемости. Круто. Говоря об окружении, мы увидим приземленный реалистичный мир или что-то большее? Относительно, конечно. В основу мы ставим реализм и правдоподобность в духе игры Тома Кленси. Но это RPG, и мы хотим, чтобы в ней было весело. Хотим, чтобы техника была нашей магией. Так что, если это правдоподобное имеет какую-то реальную основу и весело, это будет в игре. Отлично. Когда нам стоит ждать Division? Игра выходит в 2015, и мы ждем с нетерпением. Спасибо. Давайте теперь посмотрим трейлер. Спасибо, Райан. Спасибо. Ролик переведен и озвучен на русский язык по заказу сайта playground.ru. It's hard to watch something you love destroy itself, to see it fall apart. Disaster always feels so distant, detached. Someone else's struggle in some faraway place. It's not until it's in our city, at our doors, that we realize how fragile we are. All of us. All of this. Tragedy is invisible. People turn away from it and run from it if they can. And it's hard knowing that you belong here, that your purpose lies amongst all this pain. But someone's gotta be there to pick it up, to push back. Put the first piece back together. Put us all back together.